С начала проведения операции сочинские полицейские составили более 50 административных материалов. При отказе устранить нарушение на месте водитель будет привлечен к ответственности по статье «Неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции». Правоохранители напоминают, по ГОСТу лобовое, передние и боковые стекла должны иметь светопропускание не менее 70%. Напоминаем, что согласно законодательству на передние, боковые и лобовые стекла транспортных средств запрещено наносить покрытие и предметы, ухудшающие видимость места водителя. В дальнейшем также будут проводиться рейдовые мероприятия, поэтому рекомендуем водителям устранить неисправность на своих транспортных средствах и передвигаться по территории города Сочи, ну, Российской Федерации без нарушений, без тонированных стекол.